Портреты, натюрморты, пейзажи, бытовые зарисовки времен Великой Отечественной войны, выполненные в сдержанной, но очень выразительной манере, в которой угадывается рука внимательного и задушевного художника. Выставка «Я люблю тебя, Россия» открылась в Щелковской художественной галерее. На ней представлено более 100 картин художника Владимира Смирнова. Эту выставку привез в Щелково его сын Юрий Владимирович, который пошел по стопам своего отца, работает в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Он очень любил природу. Лес, вообще природу, прежде всего средней русской полосы, но потом в конце жизни он путешествовал. Есть здесь работы, написанные на Алтае, на русском севере. Кроме того, он любил писать портреты. И здесь вот представлено, мне кажется, несколько замечательных портретов. Как раз здесь пейзажи, вот это малой родины, и он через всю жизнь пронес любовь вот к этой малой родине, к природе, к такой вот незатейливой, такой, казалось бы, серенькой, казалось бы, невзрачной, но это то, что вот мы узнаем, и то, что зритель придет и узнает на этих картинах. Вот как разгадывается концепция, которая здесь представлена. Я думаю, что вот я рад, что это такая ступенька, вот почему вопрос, да, делаем, что она как бы методически доказывает о том, что все-таки нужно людей приучить любить Родину. Действительно, в творчестве Владимира Смирнова соединились очень трепетные и душевные начала спокойного и внимательного взгляда на неброскую красоту нашей земли. И одновременно художник умеет и в небольших рисунках, и в красочных, наполненных игрой света и тени портретах передать характерные черты изображаемых им людей. Смирнов сумел показать художественную правду жизни так, как он ее увидел и понял. И донес до нас в цвете, в точном построении линии, в неожиданной вспышке света. Выставка картин художника Владимира Смирнова в Щелковской художественной галерее будет работать по 8 мая. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.